Китай заинтересован в развитии туризма с Беларусью. Об этом шла речь на встрече в Бресте во время посещения региона делегации из провинции Цинхай. Это крупнейшая провинция Китая, расположенная на самом высоком в мире Тибетском Нагорье. Но специфика гористого рельефа не мешает активно развивать в регионе промышленность. Пищевое производство, машиностроение, а также туризм – направления, по которым у сторон обоюдный интерес. Особенно учитывая стратегический характер отношений между Беларусью и Китаем. Нам очень понравился ваш красивый город, а его стратегическое положение дает перспективы для экономического сотрудничества между нашими регионами. В нашей провинции тоже есть что посмотреть. Мы много внимания уделяем развитию экологического туризма. В 2015 году Брест и Цинхай подписали соглашение о сотрудничестве. Сейчас время переходить от договоренности к делу. Гости из Поднебесной уже посетили Брестскую крепость, а сегодня отправятся в Беловежскую пущу. По статистике, национальный парк – самый популярный объект у китайских туристов в нашей стране.